Привет, друзья! Надеюсь, меня хорошо видно, я не в тени. Ох, собралась уже, все вспотела. Иду на собеседование. Надеюсь, что все сложится. Держите за меня кулачки. Расскажу вам попозже, как что. Взяли, не взяли. Ох, но очень волнуюсь, как будто на экзамен иду. Вот, потом увидимся. Друзья, всем привет! Сейчас собралась сделать себе яичницу. И смотрите, какое интересное яйцо. Оно непривычной для нас формы. Какое-то квадратное, кругло-квадратное. Оно все неровное. И что самое интересное, не похоже на наше классическое яйцо. Очень странные формы. Удивительные. Вообще, бывают вещи в природе. Вот, сейчас буду делать себе яичню. Вот, друзья, у меня тут яичня готовится. Я люблю глазунью и солю только желтки, потому что как-то так вот мне больше нравится. Ой, скоро будет готово. Вот, друзья, у меня тут сушатся заготовки. Такие вот маленькие цветочечки. Пробую сейчас новую идею. Ну, как новую? Идея не нова, но вот мне захотелось попробовать. Вот. И, наверное, буду делать заколку. У меня есть вот такие основы. Заготовки. Основы. Вот я выбирала. Просто у меня по количеству цветочков. Да, я думала заколку сделать. У меня есть три разные основы. Вот большая, маленькая и узкая. И я склоняюсь к узкой, потому что она более удобная. И мне кажется, на нее все хорошо влезет. Может быть, если и надо будет доделывать еще что-то, листики там или цветочки, это не проблема. Вот. А вот эти две, они более проблемные. Там есть перемычка, которую нужно вытаскивать. И больше заморочки с тейп-лентой. Вот. А большая, она вообще как-то смотрится громоздко. Думаю, может быть, ее для полимерки использовать. Вот, так что я склоняюсь вот к этой вот. Вот. Буду, наверное, эту делать. Сейчас не могу найти в своих многочисленных запасах, где у меня тейп-лента. Ищу, короче, я поняла, что надо, несмотря на то, что коробки прозрачные, все равно нужно их подписывать, потому что в некоторых коробках лежат как бы совместные материалы. Например, вот здесь вот в верхней коробке лежат мелочь для миниатюр. Также лежат там и контуры, и всякие прибамбасы для полимерки. Вот, в общем, либо просто сборные какие-то коробки. Ну, в общем, это моя личная заморочка. Да, ну, даже если эту коробку не брать, просто я туда, да, сложила то, что у меня на виду лежало. Вот те же коробку с основами. А нужно подписать, какие основы там есть, потому что лазишь просто везде и ищешь, когда подписано, это гораздо проще. Вот те же, например, катеры или молды, если они разные, просто подписать, какие там есть. Но у меня лежат отдельно для миниатюр и отдельно для цветов. Поэтому я тут не путаюсь. Вот. Либо, думаю, может быть, еще нужны коробки, пока они появились в продаже. В общем, не знаю. Буду пробовать разные варианты, смотреть. Еще, конечно, до полной организации долго и тяжело идти, потому что стол захламляется моментально. Вот, поделилась с вами новой мыслью. Вот, скорее всего, на канале готовое изделие появится, не знаю, не скоро. Оно быстрее появится, наверное, в Инстаграме. Так что, кто не подписан, подписывайтесь. И пошла я завтракать.